Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать, как правильно и вкусно пожарить куриную грудку, чтобы она оставалась сочной. Также мы с вами приготовим очень вкусный соус. Сначала делаем вот такие надрезы вдоль и поперек. Это нужно для того, чтобы куриная грудка хорошо прожарилась. Мясо курицы нужно достать из холодильника заранее, минут за 30 до его приготовления, чтобы оно успело согреться. Куриная грудка – это самая полезная часть курицы, в ней содержится большое количество минералов, витаминов и микроэлементов, и в ней почти не содержится жира и сахара. Куриную грудку солим, перчим и посыпаем паприкой. Две большие луковицы нарезаем на тонкие полукольца. Друзья, как всегда, если видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и пишите мне ваши комментарии. Также понадобится несколько перышек зеленого лука. Я буду использовать только зеленую часть. Три зубчика чеснока сначала раздавливаем и затем мелко нарезаем. Количество чеснока регулируйте по своему вкусу. Затем подготавливаем сковороду. Подойдет сковорода с толстым дном. Сковороду нужно хорошо разогреть. Это очень важный момент. Добавляем несколько ложек оливкового масла и кусочек сливочного масла. И выкладываем куриную грудку. Оставляем обжариваться примерно по 3 минуты с каждой стороны. Когда вы видите вот такую белую оболочку вокруг куриной грудки, ее переворачиваем, обжариваем до золотистой корочки. Обжаренную куриную грудку перекладываем на отдельное блюдо и пока отставляем. Затем при необходимости добавляем еще немного растительного или оливкового масла и кусочек сливочного масла. Выкладываем лук и обжариваем его до мягкости и до слегка золотистого цвета. У одной половины лимона отжимаем сок. К луку добавляем чеснок. Все хорошо перемешиваем и добавляем 1 стакан воды комнатной температуры. У меня стакан размером 200 мл. Добавляем сок половины лимона и нарезанный зеленый лук. Все хорошо тщательно перемешиваем и добавляем 200 мл жирных сливок. Можно приготовить со сметаной, но я рекомендую попробовать именно со сливками. Получается особенно вкусно. Добавляем соль, черный молотый перец и специи. У меня здесь розмарин, базилик и орегано. Еще раз все перемешиваем. И в образовавшийся соус получается очень-очень вкусный, выкладываем уже обжаренную куриную грудку. И вот таким образом сверху поливаем ее соусом, чтобы все хорошо протушилось. Накрываем куриную грудку крышкой и оставляем тушиться на 10 минут. Через 5 минут открываем крышку, переворачиваем куриную грудку на другую сторону, закрываем крышкой и оставляем тушиться еще на 5 минут. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась. Обязательно попробуйте приготовить, вы не пожалеете. А я всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием, пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока!